Приветос, амигос, снова вы, я очередная аркада, которую описывают не иначе, как Dark Souls 2D. Называется она в переводе по Google Translate «Соль и святилище». Ассоциативно приходит в голову при словосочетании «Соль и святилище» одно место, которое по сути соленое, а некоторые женщины считают его своим святилищем. И до последнего в это святилище не пускают прихожан, как бы. Не знаю, в общем, что имел в виду разработчик, когда давал игре такое название, но у меня вот ассоциация только одна. Ладно, давай посмотрим, что тут. Что тут за Dark Souls такой 2D? Играть буду, естественно, на геймпаде. Как вас зовут? Да какая к черту разница, это же однопользовательская игра. Оу, точно Dark Souls, узнаю вот это. Нет, тогда надо было имя ввести. Нет, ладно. Так, пол мужчина, прическа неухоженная. О, какая. У него вообще рыло, как у, знаете, как у черепашки-ниндзя, ему никакая прическа не пойдет, поэтому... О, Райли Фриман. Хеу, нига! Не, на самом деле, вот. Нет, вот так вот, блять. Да, он со всеми урод, его невозможно сделать симпатич. Я буду Райли Фриман. Цвет волос болотный. Это не болотный, это блевотный был. Ёпта. Я думаю, что у Райли Фримана были черные борода. О. Ну вообще, знаете, как будто ручкой кто-то... как будто... Персонаж даже, посмотрите, он даже нахмурился, когда ему это... А это что такое? Чё это такое, пёздная бородка, что ли? Во, вот так вот, бруталити. Цвет бороды будет красный, как будто. Я убил ее, а потом съел, помните? Ладно, нет, не будем. Цвет глаз, чё ещё цвет глаз? О! Все, глаза вот таежного волка, ёпта, все, убийца. Происхождение Аскария. Слушай, как глубоко это 2D игра. А, он цвет меняет. Так, где тут Русь? Русь православная, вот она. Класс лыцарь. Маг, паладин. Вор. Ну это не вор, это бедуин какой-то. Повар. Класс повар. Может, они имели в виду power, мощь. Нет, блядь, определенно повар. Клирик. Нищий. Бля, я бы сразу... О, Индиана Джонс в шляпе Джека Воробья. Не, я бы определенно взял нищего, но это 2D игра, я не силен в 2D играх. Я хочу быть паладином. Он такой вот нарядный, типа сильный. 10 красных осколков, каменный наемник, янтарный идол, кольцо захвата, хрустальное сверчение. Понимаешь, что это такое? Красные осколки, я так понимаю, хилки. Давай красные осколки. Испытать удачу. Ну, давай. Испытать отвагу. В этом мире веками царила война. Но мир, наконец-то, как никогда близок. Мы должны доставить принцессу через море, где брачный союз спасет нас всех. Провал этой миссии непременно погрузит нас в темные времена. Опять же, смотрите, я вот говорил про аналогию названия, да, в итоге... В итоге мир может спасти какая-то пиз... Ну, какая-то... Какой-то брак. Подожди, а как блок ставить? О, так, член будешь держать, во. Так, это у нас кувырочек. У нас бросок, блядь, какой-то. Вот это удар изи, а это удар... О, все. I'm ready. Ох ты, с ним поговорить надо было. Ты здесь, чужак, нас взяли на абордаж в потьмах. Уг. Они хотят похитить нашу леди. Ох, и потребовать выкуп. Но потребовать выкуп, это, я думаю, у них не первичное желание. Оу, я не успел договорить, ублюдок, я не успел договорить. На тебе бомбу, блядь. Я путаю педали в этом автомобиле. Блядь, чувак, как? РБ. О, правый ближний, все, я понял. Это кувырок. Черт, да, управление просто не бележачего. Тут бы джойстик от Дэнди был бы более уместен.
Я еще и бью, блядь, не в ту сторону. Вот мудак. Граната, смотрите, граната на полу. Как ее подобрать? Это сабля? Ой, нихуя, двоих сразу. Дай я ему, пусти меня. Ах ты, сучий, блядь. Dark Souls 2D, да это ж, блядь. Просто борода какая-то, по-моему. О, у этого здоровья было побольше. Как подбирать? А, он автоматом подбирает. Видите, она... это монетки с них падают, они перестают сверкать. Кажется, конечно, что это какие-то гарды сабли поблескивают. Но нет, не они. Немая бездна. Это куча шлака какая-то, немая. Это Ктулху, блядь! Вы чё, это Ктулху, блядь? Ктулху, сука! Хилка нахуй! Не, ебата какая-то, он нихуя не дал мне полечиться. Да, да, в темные времена. Я, блядь, сейчас сам тебя в темные времена погружу. Дай мне... А, все, его невозможно было победить, он сразу. Это, наверное, финальный босс игры был. Хорошо, я хилку не успел поюзать. Блядь, говноед ослов видавший. Что за говно? Дрожащий берег. Я не хочу с ним разговаривать, я хочу его убить. Почему тут разговоров больше, чем Dark Souls? Ну, привет. Ты просто чуть более живучий, чем остальные... Также выброшенные на берег с обломками. Ты ищешь приют и святилище, что значит святилище без веры. Дальше по пляжу есть святилище. Ты можешь посвятить ему своему божеству. Святилище, 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 посвятить, посвятить тебе, подсветить тебе святилище. А ты достаточно святой, чтобы осветить наше святилище? Или ты нифига не святилищный светильник, блядь? Чё за нахуй? Иди в жопу. Пока не с ним богам. Королю, рыцарю и судье. Король, бог. Вы своего бога королем назвали? Ништяк. Король дарует мудрость тем, кто правит. Рыцарь защищает воина в бою, а судья направляет тех, кто поддерживает порядок. Я рыцарь, за рыцаря. А, всей троицы? Да, да, тремя пестами, блядь, да, да. Голова, там, пузо, лево, право, все, давай. Покрестю сейчас. Как и думал, ты последователь трех. Твой символ веры это канделябр? Нихуя себе, канделябр. Канделябр это сильный символ веры. Это вам, блядь, не какое-нибудь там распятие. Да, канделябр. Че это такое, блядь? Икс при блоке парирования. Так урок. Вот оно, обучение-то где. Ключ от святилища. А, сложно, 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 блядь. Ну и управление. О, запарировал, блядь. В Dark Souls так не получалось хорошо парировать. ЛБ, смена вооружения. Ну, это смена стойки вообще, правильно было бы сказать. Смена предметов. О, канделябр. Вот он мой, символ моей веры. Причем все эти надписи, это послание в бутылках. РБ использует предмет. Это я уже понял. Я все бомбы повыбрасывал, пока с управлением разбирался. Ой, давай, все, пошли драться. Я, блядь, ну последнее, ладно, давай, удиви меня. Просмотр инвентаря. Вот это не знал. Утренняя звезда называется мой. А утренняя... Не знал, что Моргенштерн приводится как утренняя звезда. Он же... Моргенштерн как Морнингстар, что ли? Моргенштерн. Мордорштерн. Ой, блядь, темно как в жопе. Выбор чё? Захвати святилище. Святилище захвачено. Вот мой канделябр. А ниже я не могу пойти? Это только вот лево... А, могу. Не такой уж и 2D. Открывайся, собака. Ну чё ему? Ах ты, сука, еще не сдох, что ли? Блять. Я просто забыл, как блок ставить.
кошель соли. В этом мире за все солью платят. Значит, хоть где-то она чего-то стоит. Гниющий банкет. Ой, такие игры, да, на планшете бы. Вот там бы она зашла. Но я хочу сказать, что дамаг они наносят крайне бомжатский. Вообще мало. Ухо гнилого ходока. Ничего мне с этим ухом делать? Бульончик сварить, что ли? Ух, наваристый будет, сучка. Ой, вообще какие комбо я уже пробиваю. Прям матерый, матерый. Ну это... Ай, блядь! Ну это вообще Принц Персии, Дэнди. Дэнди Эдишн, помните этот дурацкий Принц Персии, где надо было запоминать, какие хилки можно пить, а какие вас отравят. Опять ухо. Ухо гнилого пиздюка. Надо было назвать этот лут. Ну почему ты не запрыгиваешь, ублюдок? Только что ж... Вау. Блять, я же уже ломал. Она чё? Ну почему ты падаешь-то с нее? Господи, ёб твой рахитозный. Мне кажется, на мне броня слишком тяжелая. Она меня не выдерживает. Вот дерьмо. Ну она ж только появилась. Ее только бобры построили. Бобры-невидимки. Я вижу, что там что-то можно взять. Але, блядь, нет, жмешь прыжок, он падает. Пошел нахуй, дебил. Еще тут будет магазин, судя по всему, потому что я уже собрал 500 монет. Кошель соли, вот. И че? Как мне туда никак? Между прочим, падая с высоты, я уже израсходовал все свое. А, во, получилось, да ладно. Да, бомжи на ред... Ох ты, блядь, а чё же этот удар такой долгий-то? Он его нанес? А! Нихера. Еще зажимать удары можно, чтобы они посильнее били. Так, а канделябр, я так понимаю, это ключ возврата, да? Он назад меня вернет. Бля, ну тут вообще, конечно, по 10 этажей еще. О. Каменный торговец. Да. Колокольчик возвращения. Нет. А канделябр-то что делает? А, ничего не делает. Канделябр-то защита, чтобы случайно не похиляться. Бля, вообще. Вот. Вот тут реально хер запомнишь дорогу, куда идти. Кажется, это здесь вообще невозможно сделать. И куда это? Так, давайте сюда тогда пойдем. Я тут вроде и был, нет? Ох, ну лестница же, ёб твою медь. Это мне почему-то напоминает, знаете, игрулю «Золотая секира» была такая серия на... На Сеге. Sega does is very old fuck game console. Вот. Ну так там и то не такая 2D была. Там и то хоть по карте можно было вверх, вниз там ходить. Выше, ниже, в смысле. Так как и в черепашках ниндзя. Вот тогда было такое время, когда такие игры были вот популярны прям дико. Файтинги вот эти. А когда эти файтинги были кооперативные, они вообще там были, то что там, вообще бомба. Эти про полицейских, помните, где там еще можно было ульту юзать, у одного там с одноствольной базукой чел приезжает, у другого там с многостволочкой. Давай, бей, 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 ну бей. А, на Б надо было нажать, блять. Чел из Скайрима. Это он же? Блять, такая. Так, а это что за? Что за стелла? Кол какой-то, блять, торчит. С ним ничего нельзя сделать.
Я так понимаю, что это тупик. Да. Не очень. Не очень я пока понимаю приколы этой игры. А, с собакой, блядь. Собакой, сука, он там. Священный сосуд собаке в рот. О, факел нашел, нихуя. Метательный кинжал. А ты им попадешь? Да, блядь. Попадатор, блядь. Попадаст. Вернитесь. О, давай. Нихуя, я летать могу на своей. На своей оглобле просто бьешь. И он все выше и выше взлетает. Нет, он три раза зависает на месте. Но тоже интересная функция. Не знаю, нахрена. Если когда-нибудь будете прыгать, а под вами разверзнется яма, в которой будут пики точеные, срочно начинайте спамить удар, видимо, для этого. Так, тут еще какие-то канделябры. Но это другие канделябры. Это канделябры другой веры. О, обезумевший лыцарь. А! Блять. Опа, на. Опа! Блять такая. Ладно. Блять, надо было перепрыгивать. Ай, мудак ты, мудак, ёпта. Мудаков, Иван Петрович, блять. Опа. Блядина, сука. Так похоже на преследователя. Нихера подсральника выдал. Бля, у меня... Блядь, что ты делаешь, ебанат. Ну, сука, управление, блядь. Опа, 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 блядь. Опять 220 в очко прилетело. Мудак, ты будешь, блядь, что-нибудь прыгать-то? Блядь, большие хилки быстрее лечат, а не выгоднее. А почему у меня максимальная полоска жизни убавилась? Блядь, петухан, а? Вот, блядь, дерьмо собачье. Ну, блядь, ну один удар, ты ёбаное ничтожество. 800 соли крадет. Мог бы попросить, я бы ему сам соли дал. Хуйня ебаная. Пидарас, блядь. Да, и начинается с... Ебать, классно. Точно Dark Souls, блин. Столько пиздовать до туда, ёб твою мать. Мы хоть хилки восстановили. 800 соли стоило отдать за восстановление хилок. Я говорю, управление ебанатское. Вот, блядь, в такой игре... Назначать какие-то клавиши на, блядь, на шифты и триггеры, пизду. Могли бы просто кнопками обойтись, чтобы, блядь, не путаться. А, ёб твою мать. Все, нахуй, вспоминай дорогу теперь, да, как туда идти, бля. Я вот не знаю, этого босса это блокировать-то хоть можно было, или нахер не нужно? Надо было попробовать. По-моему, где-то здесь он был. А, да. Собачка. Мышки. Блять, из-под мышки, сука, посори, а. Где-то наверху, я помню, что главное наверх. Пизда вонючая, а. Бэтменское отродье. Так, сейчас мне надо сюда. Блядь, я ему хедшоты такие ставлю, он должен сразу дохнуть. Во-во-во-во-во-во-во-во. Так, снова эти уебаны. Опа, ножом в хедашник.
Так, а как блок ставить? А вот это блок, да? Не-не-не-не-не-не-не. Это сука. Так, ну. Где этот... О, каменный кузнец какой-то, блин. У меня был каменный торговец, каменный кузнец. Я сейчас свой каменный город соберу. Так, вот он. Вот он этот нехороший человек. Да я помню, как зовут эту, блядь, паскуду тварь. Сейчас я ему пальцем жопу рвать буду. Пусти меня. Ой, блядь. А, держит. Щит-то, блядь, держит, сука. Ну, блядь, ну я ж перекат нажал. Ебанатство, блядь, какое. А мне похуй. На, сука. Не туда ты щит свой, сука. Ебаклак, блядь. Охуенно. Все по плану. Хитрый план. Россия королевство хитрых планов одного человека. Ничего страшного, всю жизнь так живем. Давай. Опа. Опа, опа, блядь. Ай, ай. Ох ты, сука. Смотри, у него вторая фаза боя включилась. Он стал прыгать одновременно и бить. О, ебаный кол, блядь, ну как так-то, нахуй, ну чё за говно, блядь, ну ёб твою мать. Ладно, ублюдок, я готов как никогда, левел мне по-прежнему не дали еще второй, я, блядь, первого левела с боссом бьюсь, это, само по себе это подвиг. С него уже вон дым валит, блядь. Ну, блядь, блок, почему он, сука, не ставит блок? Ёб твою мать, на нахуй тебе. В натуре тебе надо пизды получить, нахуй, немножко. Пидорас. Блядь, он уже комбо атакует. Соси ногу, тварь. Блядь, дебил. Шкала выносливости, блядь, находится где-то в такой жопе, нахуй, что я даже за ней, блядь, и не смотрю. Она где-то в пизде там, блядь, в другом конце ебаного монитора. Безумный рыцарь у меня уже столько соли напиздил, что, блядь, пора ему самому ее, блядь, в пятерочке уже продавать, нахуй, гандон. Сука, пока сюда идешь, еще и мыши, бля, летучие эти травят, сука, ссаные. Вот. Сейчас его, бля, парировать буду пытаться. Сейчас, блядь, я уверен, что его надо парировать убивать. Давай, ублюдок. Ну это хуй запарируешь. Да. Все, блядь, хуй запарируешь. Ладно, парировать, дерьмовая идея. Да конечно, блядь. Я вот это вообще говно. Я считаю, босс не нуждается в этом ударе. Военный перекат, блядь. Вот, блядь, именно к его ногам перекатился, а? Блядь, пожалей меня нахуй, заебал уже. О, что это я сделал? Охуенно. Идеально работают ножи. О, отлетели, заебись, подальше от него, правильно. Блять. Блять, а что делать-то? Нахуя, обохуеть, вот, блять, вот он, блять, вот примерно на вот этих вот последних остатках жизни он,
начинает въебывать какое-то блядское комбо, нахуй, которого до этого у него просто не было. У меня уже мелкие аптечки вот просто кончились, их просто уже нету. А для того, чтобы левел прокачать, надо, короче, соль иметь, которая постоянно этот пидорас меня, сука, выцеживает. Ну охуенно, блядь. Чуть не догнал эту молнию, причем сейчас. Залупа. Но. Блядина, сука, дешевая шлюха, блядь. Ну ёб твою мать. Я успел похиляться-то хоть? Успел. Все. Кто первый, блядь, сейчас ебанет? Это будет он. Я успел. Не, ну под конец он просто охуевать начинает. На, уебан, блядь. Он просто спамит и спамит, спамит и спамит, блядь. Победа, ёпта, хуй соси. Говно сраное, блядь. Ключ от крепости и пепел безумного рыцаря. Ну то заебись. Так, как мне назад вернуться? Что надо юзнуть для этого? Кошель соли. Кольцо исцеления. Что он делает? Перевязанное кольцо. Хуйня какая-то. Все, одевай. Так. Нет заклинаний. А где? А предмет это куда ставится? А. Гренада. Красная фляга, кошель соли. А, я понял, кошель соли, он юзается. Он юзается, из него получается соль, как в дарке получались души из этого. Повысить уровень. Да, давай. И чё? Вот это да, блин. Владение молотами, топорами. Нет у меня молота, топора. Лучник, блядь. Убийца, мечник, копейщик. Сука, тяжелая броня, класс 1. Давай. Удалить навык. Какого? А, желтое то, что я выучил уже, что ли? А чё подносить надо? О! О! Все. О, бичи набежали! Давай меня, прокачивай меня, качай меня полностью. Все равно соль все отберут. Как, блядь, здоровье прокачать? Мне вот как бы нахуй не надо. Все, я уже 7-го левела стал. А, все, нету. Так, а как вот... Вот смотрите слева, как повысить-то? Фокус. Блядь. Выучить молитвы. Не нахуй не своими псалмами. Все, все, все. Бля, не-не-не-не-не-не-не. Не туда, не туда. Не надо мне ничего, отъебись мне. Так, вот ты. Купить. Варяжская спата и военный арбалет я не могу. Топор класс 0. Боевой меч, блять. Какая залупа тут продается, боже мой. А еще какого-то говноеда сюда, кстати. А, вот он. А ты кто? Блять. А, бомбы всякие. А, блядь, ничего себе, колокольчик не вечный, он одноразовый. 500! 500 золота! Секока нахуй! Ничего ты, блядь, жид.
навыков, блядь. Как силу поднять? Так, сила воли. Все здесь, в дереве запрятано. Стойкость. О, сила. О, силушка богатырская, блядь. Сука, мощь. Все, так, я еще и какой-то ключ нашел. Вот куда мне его вставить, непонятно, может сюда? Бля, конечно, ёпт. Колючек золотой, в сраку себе вставь. Ну, ой, ай. Да, я теперь по 25 наношу вот так-то, а сколько раньше наносил? Ну, некоторых теперь можно ваншотнуть сильным ударом. Гниющий банкет. Долго мне по этому, блядь, гнилому банкету шлындать? Хуй тебе. Так, вот здесь еще было что-то закрыто. Ничего не изменилось, потому что надо срезку открыть. Срезка, она вот там, на этаж выше. Блядь, такая свиноматка, блядь. О, зачеркнул все-таки, а? Пожалуйста! Да. Открывай, открывай, открывай ее. Нахер, нет, не открывает. Так, сейчас я буду, блядь, открывать все подряд срезоньки. Потому что срезоньки вещь нужная. Так, этих двоих. Вот мне надо как-то вот туда вот. Как туда? На балкон-то как, бля, пройти? Мышки вот эти, сука, травят. Тварь галимая. Так, она обычное золото, как я понял, тут может покупать вот только расходнички, да, всякие. И оружие. То есть, да, что еще надо? Так, вот я вниз тут не могу. А, вот. Блин. Если бы он сейчас сдох, сука, с высоты упав. Бутылка путешественника. И чё в ней? О, вот она. Исцеление, но это магия. О, ключ от крепости. А ты еще что такое? А, да-да, привет, самурай. Тебе есть цель. Да, я ищу себе денег и телочек. А, да, принцесса, да, точно забыл же, принцессу спасаю, да. Блять, ты видишь принцессу? Да. Ну я не видел принцесс, но ты, короче, надежда. Принцесс нет, но вы держитесь, блять. Еблан. Да, я хочу узнать твою, ну давай. Очень интересно. Моя цель — захватить замок на востоке, победить его стражу, убить дракона. Ну где дракон, там и принцесса, это же очевидно. Ты же знаешь, что замки нужно захватывать, а драконов убивать. Ну я иногда путаю, иногда я захватываю драконов и убиваю замки. Все? Ну иди нахуй, с тобой не очень-то интересно разговаривать. А, я понял. Смотрите. Сейчас моста нет. Есть и другой путь, но он непрост. Я видел проход под крепостью, с которой ты вышел. Скорее всего, он ведет тебя к останкам деревни. На каком-то шуте, блядь. Так. Так, ты помощь-то мне предложишь? Нет. Ну иди в жопу. А, это вот этот мост он не может перепрыгнуть. Прыгнуть вниз. Да я уже, блядь, на прыжках вниз собаку съел. Подожди, а что внизу? Он же сказал, что понизу. О! Так. Там что-то от меня припрятали. А, тут нельзя вниз спрыгнуть. Только вот на таких узких досках, что? Да, на пролетах только на узких. Пошла нахуй.
Бесконечный клык. Стрела и лук. Так, а это что открыл? Я тут был? Знакомое что-то, по-моему, да. Вот этот банкет гнилой. Это самое начало его. Куда ты? Так, а ниже что? Ага. Ух ты, там что-то ебала какая-то вообще злая. Злая огромная хренотень. Опять бесконечный клык. Так. Ау. Сейчас надо. Надо залутать там что-то. Ай! Копье солдата! Копье солдата! Вот так вот. Так. Сколько у моей утренней. О, у меня вилл есть. Сельскохозяйственный инструмент. Так, 11, 19, 2. Че, моя лучше, что ли? Бонус к ловкости. А у вилки бонус к ловкости S. Привет, друг. Безделушки на продажу, безделушки и монеты. Пошла ты, шлюха. Ага, закрыто. Понятно. Так, придется пойти во тьму и сразиться с чудовищем, которое в ней живет. А что это такое? Как это, блядь, хуйня работает? Нет! Блядь! Бля, какой ты мудак. Блять, какой же ты мудак. Соль-то осталась хоть? Блять, всю забрал, петух ебаный. Ну, гандон. Бля, нихуя не понимаю, что за говно. Удар не вовремя нажал, в этом все дело. Иди нахуй. Ах, блять, веселая игра прям вообще. Ах, блять, как я люблю ходить по одним и тем же местам. Ах. Да пошли нахуй, твари, блять, ебаные. Головка, блядь. Разбойничий проход. Нормально. Сюда пойду. Там какое-то говно летает зло. О, а это чё? Свет Дивары. Вы отказываетесь от веры Троицы, становитесь отступником. Нет, тогда не надо. Чё, бля, вы первый же попавшийся тёлке честь отдавать? О, каменный наемник. Нет, не чужд. Я про нее слышал, но, бля, ебал я вашу культ. Все, я иду дальше. Начинается. Смысл ковенантов, блядь, в офлайновой игре, а? Ну, громить бомжей-то я намострячился нормально. Петух, блядь. Только я его запарировал. Этот тут же меня зажал. Воу-воу-воу. Погодите, ребята. Вы что-то, блядь. Попутались, что ли? Блядь. Собаки у них. Да, после парирования он просто сделает то, что называется репост. Упряжь. Они упряжь носят. Чуси.
Говно. По сравнению с паладиновским шматьем, все это барахло. Блять, они какие-то прытки стали, а? Иди нахер. Блин, как здоровье быстро тает здесь, а? Ай, блядь. А как туда залезть, если он на краю стоит, а? Это мне лук, что ли, нужен? А, о как. Портянки рейдера. Ну-ка, портянки. Говно. На нахер, ублюдок. Когда будет у вас что ценное, тогда будете мне свой лут выбрасывать, говноеды. Горящая стрела. Так, а вот колдун какой-то, смотри. Так-так, похоже на окончание твоего пути, друг. Если память меня не подводит, обелиск — это твоя дверь в крепость. И чё? И это уже не первый обелиск. Такого гноя, какие, блядь, чего? Мы в 2D мире, сука, скажи мне, налево или направо? Ай, ублюдки. А, то есть все. Вертай назад, да? Конечно, могу, блядь. Вот смотри, ля-ля-ля, я ушел. Идиотство, блядь, идешь сюда, идешь, тут у тебя, оказывается, ключа. Да, конечно, сука, на смартфоне этой игры самое место, блядь. Не знаю. Я не знаю, кем надо быть и зачем. То есть, что должно человека сподвигнуть играть на компе, блядь, в 2016 году вот в это. Ну, с другой стороны, я, конечно, в фурии играю, но... Фурии-то только боссы. Там нет вот этого бестолкового хождения, блядь. По запутанным локациям. Кольчужный койф. Не койф, а кайф. Койфово. Ой, койфово. О, лифт. А как он работает? Да, походу, никак. Блять. Короче, приходишь в пещеру, тут ничего не работает. Куда идти, чуваку, чего идти? Вообще ни хрена не понятно. Да. На Сеге такой игре место вот самое вот, даже по графике. Даже вот по графонию реально Сегу напоминает. Может, чуть получше. Опять ты. Три колокольчика возвращения. Может, их продать? Бля, опять эта хуйня. Ну. Не допрыгнет. Отсюда не допрыгнет. Интересно, а чувак в тряпье здесь прыгает так же высоко, как чувак в броне? Или, может, повыше чуть-чуть? Просто тут такие места есть, в которые, бля, ну, очевидно, не допрыгнуть. Ой, кстати. Это же сундучки. А, это камни. О. Ах, вот. Топор дровосека. Ну, значит, остается только одно место. Это вот туда, где вон то говно летало. А где оно летало, я... А, сзади. Блять, надо пойти левел прокачать. Да. Над селом хуйня летала. Серебристого металла. Много стало в наши дни неопознанной херни. Фу. Я так понимаю, что осколки этой бутылки тоже, скорее всего, прок... А, может, надо было вступить в... Блять. Вступить в ковенант и...
там сохраняться. А, это я перед боссом тогда кусок. Это я тогда перед боссом вот этот мешок соли заюзал, чтобы ее просрать. Ну я гениален, конечно, я всегда подозревал. Ну тут, блядь, согласитесь, немножко хуй поймешь, что. Да. Тут все только на максимальный вес. О! Дополнительное лечебное зрелье. У-ху. И где мое зелье? А, вон, 4 стало. Все, все, понятно. Вот с этим в этой игре попроще, чем Dark Souls. Там надо, блядь, осколки какие-то искать, что-то там, блядь, делать, крафтить. Потом вот говно здесь просто прокачал лишнюю бутылку. И твой герой, прокачал перк, и твой герой может теперь аж 4 бутылки носить. Мой сосед-алкаш из магазинов и по 10 носит без всяких перков. Позор тебе, паладин, позор. Ну, пожалуйста, ну спрыгни, ублюдок. Вот. По-моему, мне сюда. Выманю-ка я его на свет, тут ему напиздюляю сейчас. Иди сюда, ублюдок. Сука, ты заставляешь меня за собой бегать? Мышь окучил вместо этого. Все, умри, страж анального прохода. Ёб твою мать, а это еще что? Это был призрак, только что убитый летучей мыши. Я опять ударил, блядь, в полете. Чудо, что долетел. А я знаю, что это за дверь, смотрите. Ага. Так и понял. Каменный гид, зовущий рог. Что это такое, блядь? А, я горю. А нет, это факел горит. Тут какой-то шут, который знает, где мост, который, блядь, идет в замок. О, деревня улыбок. Ах ты, улыбайся, блядь. Ничего себе, улыбнула, блядь. О, черный рыцарь, смотрите, местный. С двумя собаками, как капродемон, блядь. Загнали, загнали, ублюдки, обратно. Чё ты, блядь, с собакой всё... Ох ты, пидорасина. Блядь, его не обойти. Её не обойти, блядь, и кувырком не пройти. Ебанатство, блядь. Ну и говно, сука. Дешевая хуйня, не игра, блядь. Магазины, которые, блядь, ничего не продают. Достигла? Надо кого-нибудь попросить отсюда съебаться тогда, блядь. Ты. Ну-ка встала и пошла нахуй отсюда. Как ее убрать-то? Никак, блядь. Отлично. Каменный гид. Кто тут каменный гид? Разбойничный проход, блядь, дрожащий берег. А, чтобы отправиться в любое святилище с гидом внутри. Это как камень возврата, только хуже. Пошла в жопу, проститутская ебала. Так, как бы их наебать? А я понял, как, смотрите. Ага,
Видите, никак. Сейчас. Тайм-аут. Блять. Да, я парирование бог просто, блять. Никогда не догадывался, что я настолько хуёво это делаю. Сейчас, подожди. Хуйло, блядь. Ты занял мое место, амиго. О! Нагнули, пидораса. Колокольчик возвращения, это все, что у него было? А где черный меч? Где алебарда тьмы? Эшафот, кстати. Они тут кого-то вздернуть. Может, он вешаться пришел? Я что-то не вижу, чтобы там кого-то карали. Блять, говно. Как его? С учебно-парашютной вышки катапультировал. Это похоже на прибежище нежити какой-то. Что было? Интересно, а босс следующий далеко? О, блядь. О! Бля, вот это по ништяку. Черная жемчужина. Они мне за уровень черную жемчужину дают, которую я втыкаю в ячейку навыков. Понятно. Какая сложная система. Так, силёнок мне, ёпта, бля. Мощёнок мне. Двачка, стойка, сядь, что? Молотами. Вообще, это не молот, а булава нарисованная. Я надеюсь, что работает. А, тяжелая булава. Вот она, сука, где была. Где ты была? А как... Подожди, а если изъять? Удалить. Хуй, не удаляет. Пошла тогда в жопу. А это что такое? Перчатки кузнеца, фартук кузнеца. Сад темных корней. Закрыто. Да пошла ты. Вьетнам ебучий. Проклятые желтомордые понаделали на ушек, на ловушек. Ну, блядь, ебаклак. А падение с высоты дамаг-то наносят. Вау. Клеймор, все, пиздец. Я властелин колец. Чего? И чего? А в чем дело-то? Почему я не могу его надеть? Вес мешает или что, блядь, мешает? Ни хера не понял. Может, он двуручный просто? Каменный лидер. Смотрящий леса. Ай, блядь, опять. Я успел щит подставить в этот раз, поэтому он не так сильно огреб. Реакция это, ёпта, львиная просто, ёма. Сука, всю популяцию выкосил. Тут, наверное, босс Бэтмен будет. Целый уровень на деревьях. Эльф какой-то. Ну где босс следующий? Дайте я на босса посмотрю.
стопе. Солдатская поэма. Бегу читать, ёпта. А что такое? В Dark Souls была такая херня, которая на голову падает. На редкость ублюдочное дерьмо. Очень долго убивается, если у вас ничего на огонь не зачарован. О! Вот и он. Пупс. Блевотный пупс. Отравил, блядь, гондон. Пей! Ничего себе. С одной озорной блевотки сразу траванул. Да смотри, смотри, что отравление сколько сносит. Просто пиздец. Ебать. Как бы здесь здоровье-то прокачать? Наказан, ёпты, говно. Жирно. Ну, блядь, все, хилок нету. Ай-яй-яй-яй-яй, вот я увидел, она прозрачная, что она там скачет? Ох ты, блядь. Безумный алхимик. А что это прилетело-то? Призвал еще и соплю эту. Получи. Ничего себе, здравствуйте, блядь. Ай, да пошел ты, членосос. Ну, в общем, надеюсь, те, кто просили записать эту хрень, они, блядь, рады от всей души. Не, много лишнего в этой игре. Например, ходьба и драка с обычными бомжами. Вот, блядь, вот не очень интересно. Вот Фурии правильно сделали. Простенькая, в принципе, игрушка по своей сути. И там просто битвы с боссами. А драться с боссами — это единственное, что в этой игре интересно. Бегать от босса до босса, блядь, каждый раз через эти толпы. Запоминать дорогу, блядь, чтобы сдохнуть и еще раз там пробежаться, это, блядь, ну, хуета какая-то, честно. Да, здесь есть прокачка, здесь есть инвентарь, по меркам аркад эта игра на всякие возможности чрезвычайно богата, блядь, ну так впадло в этом всем разбираться здесь, я не знаю. Но все равно, как бы, любая 3D-шная хренадристика какая-нибудь, даже Risen будет вам интереснее, мне кажется, больше, чем эта аркада. Вот на смартфоне, да, на планшете, да, на компе, нет. Ну, это мое мнение, конечно. Но вы можете с вами написать в комментах. Так что что-нибудь нажмите, что-нибудь там напишите и все такое.